Павлодаре началось самое долгожданное спортивное событие года – международный турнир «Алембарысы». Помериться силами в национальной борьбе съехались 40 лучших палуанов из 32 стран. Турнир проходит в Ледовом дворце «Астана». Он вмещает около 3000 зрителей. А началось все с грандиозного театрализованного шоу «Легенда о Жасыбай-Батыре». О захватывающей постановке, о схватке с джунгарами приняли участие сотни артистов, танцоров и каскадеров. Свое приветствие спортсменам направил Нурсултан Назарбаев. Текст поздравительного письма зачитал заместитель руководителя администрации президента Баглан Майлыбаев. Глава государства пожелал всем палуанам хорошей, бескомпромиссной борьбы и успешного выступления. «Алембарысы» – одно из ярких событий спортивной жизни планеты. И вывести этот турнир на мировой уровень, чтобы этот вид спорта стал таким же популярным, как сумо в Японии, а наша главная цель, было сказано в приветствии. Среди высоких гостей «Алембарысы» знаменитый актер, мастер восточных единоборств Кэри Хироюки Тагава. В своей речи он особо отметил глубокую философию казак-курисы. После официального открытия последовала жеребьевка. В честь Казахстана защищают 4 борца, среди которых победители турниров «Казахстан-Барысы» двух последних лет – Бейбит Истыбаев и Айбек Нугумаров. И как только что стало известно, Айбек Нугумаров стал первым четвертьфиналистом турнира «Алембарысы».